Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Да. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Мандарин. Здравствуй, пандочка. Привет. Здравствуй, крошек. Здравствуй, барашек. Привет. Здравствуйте. Ого, что это? Мандарин. Вы только полюбуйтесь, какой чудесный фрукт. Пандочка сама его вырастила. Сама. Ой. А мы зато вот как можем. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Починим. Почините? Помоги! Ой! Ага! Давай! Перелет! Ага! Нет, не созрел. Мы его сломали. Мой мандарин? Ага. А он точно не созрел? А давайте и правда попробуем. Ага. Ребята, помогите! Сладкий! Спасибо! Пожалуйста! Фрукты – это так вкусно! Правда, малыши? Ага! Давайте еще фрукт! Вырастим! Фрукты! Барашек, что это у тебя в корзинке? Это фрукты! Такие разные и все фрукты? Да! Что такое абрикос? Фрукт, фрукт! Что такое ананас? Фрукт, фрукт! И лимон, и мандарин, и банан, и апельсин. Тоже фрукт, фрукт, фрукт! Будешь весел ты, мой друг, будешь крут ты, если будешь от души кушать фрукт ты. Будешь весел ты, мой друг, будешь крут ты, если будешь от души кушать фрукты. Что, пандочка, не достать? Нет, слишком высоко. Да, фрукты обычно растут высоко на деревьях. Внизу тоже растут. Ананас. Крошек, тебе нравятся фрукты? Да, они такие вкусные. Сладкие! Сочные! Груши, слива и гранат. Фрукт, фрукт, так полезен для ребят. Фрукт, фрукт, скушай яблоко скорей. Будет прыгать веселей, ведь и сам ты еще тот фрукт. Будешь весел ты, мой друг, будешь крут ты, если будешь от души кушать фрукт ты. Будешь весел ты, мой друг, будешь крут. Если будешь от души кушать фрукты. Семечко.
Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуйте! Что это? Это ягоды. Попробуйте? Ой, какая ягодка! Нет, ежик, не ягодка. Это семечко. Семечко от ягодки? Верно, малыши. Угадайте, от какой ягодки это семечко? Вот красная ягодка. И у меня красные ягодки. Это же клюква и красная смородина. Как думаете, может внутри этих ягод спрятаться наше семечко? Нет, клюква маленькая. И кислая. И смородина. Ух, кислая, но вкусная. Так, надо проверить остальные ягоды. Ха-ха, черная. Верно, пандочка. Эта ягодка так и называется – черника. Черника! Нет, маленькая. И сладкая. Семечки! Маленькие. Верно, ежик. Семечки крыжовника намного меньше нашего. Ням-ням-ням. Семечко? Не такое. Правильно, малыши. Семечко винограда совсем не похоже на наше. Больше ягод нет. Мы не нашли, откуда семечко. Ах, малыши, все проверили, а одну ягодку так и не заметили. Какую? Где? А вы обойдите большое блюдо вокруг и увидите. Ням-ням-ням. Очень сладко. Семечко, ежик. Так вот наше семечко. И наша ягодка. Вот такая большая ягода называется арбуз. Арбуз. Ты моя ягодка. Ягоды. Малыши, а куда это вы идете? Ой, да ягода малинка, где ведерко и корзинка? Ой, да ягода брусника, да лесная земляника, ну-ка руку протяни-ка. Ягодка в варенье, ягодка в компот, ягодка в ладошку и в рот. Малыши, какие ягоды вы любите больше всего? Я смородину. А я клюкву еще больше. А я крыжовник больше всех. Нет, я больше всех люблю виноград. И все малыши любят большую и сладкую ягоду арбуз. Свисают прямо с ветки, словно красные конфетки. Вишенки, вишенки для Машеньки и Мишеньки. Любят ягодки любые, всякий карапуз. И особенно он любит ягоду арбуз. Ягодка в варенье, ягодка в компот, ягодка в ладошку и в рот. Ягодка в ладошку и в рот. Похрустим. Здравствуй, крошек. Привет. Ты что-то ищешь? Ага, морковку. Морковку. Здорово. Ты ведь знаешь, где она растет? Знаю. На кустике. На кустике? Давай проверим. Морковка, 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 морковка. Это не морковка.
морковка. Крошек, это сладкий перец. Перец я не хочу. А я хочу. Нюшенька, здравствуй. Здравствуйте. Молодец, крошек, угостил Нюшеньку. Спасибо, крошек. Морковка. 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 Я не морковка. И это не морковка, это огурец. Здравствуй, крошек. М-да, огурец. Я не огурец, я барашек. Привет, барашек. Перец есть, огурец есть, а морковки нет. Как же нет? Да вот же она. Где? На ней сидит маленький кролик. Кролик? Где он? А, морковка спряталась. Да, крошек, морковка прячется в земле. Морковка. Малыши, поможете крошеку достать морковку? Поможем. Спасибо. На здоровье. Морковка! Сколько всего! Да, овощи на любой вкус. Молодцы, малыши! Овощи! Здравствуй, пандочка! Привет! Что это у тебя? Это огурец! Гляньте-ка, ребятки, что растет на грядке. Лучше пищи не ищи, чем родные овощи. Огурец и баклажан, и капусты качан, тыква, морковка, чеснока, головка, брокколи немножко и одна картошка. Крошек, какой у тебя любимый овощ? Морковка! Барашек, а что у тебя? Тоже овощ? Ага, это горошек. Очень вкусный. Вкусный? А можно мне? Можно. Как-то не очень вкусно. Молодец, барашек. Вкусные горошины прячутся в стручке. Овощи полезны, из земли полезли. Лучше пищи не ищи, чем родные овощи. Свекла, лук и кабачок, перцеводный колпачок, тыква, морковка, чеснока, головка, брокколи немножко и одна картошка. Ау! Здравствуй, ежик! Привет! Здравствуй, пандочка! Здравствуйте! Ежик, помоги! Ух ты! Ой! Деревья, вот это да! Сколько же их? На целый лес хватит. Лес? А что это? Лес? Лес – это когда много-много деревьев растут рядом. Хочу лес. Елка. Правильно, пандочка. Это елка. Не елка? Нет, ежик. Это дуб. Дуб. Отличное начало леса. Еще! Дуб, елка. А это дерево – береза. С полосками. А это – клен. Клен. Еще! Елка. Еще елка.
лес. Много-много деревьев. Ау! Ау-ау! Ау-ау, пандочка, что случилось? Мы заблудились. Надо скорее искать дорогу назад. А как? Поглядите по сторонам. Ничего не узнаете? Пандочка, клён. Клён. А вон берёза. Берёза? А вон дуб. Ура, ура! Молодцы, малыши. Ура! Хорошо, что вы запомнили название деревьев. Дуб, клён, берёза и ёлка, ёлка, ёлка. Деревья. Выше, выше, прямо до небес. Из деревьев вырос новый лес. Это белая береза, это стройная осина, это дуб такой красивый, сивелиный. Ну а это мой дружок, нарядный клён. Как ладошки листья хлопают на нём. Это дуб! Это сосна. А это? Это... Это... Это пальма, малыши. Пальма! Пальма! Прямо до небес. Словно в сказке вырос новый лес. Сколько в нем деревьев разных, листьев желтых, листьев красных. Смотрят на тебя, друг, с высоты. Заходи в тот лес и ты. Здравствуйте, малыши! Привет! Здравствуй! Крошек! Какой у тебя красивый мяч! Ага, новый! Оп! Оп! А можно поиграть? И мне! И мне! А давайте вместе! Догоняй! Молодец, Крошек! Придумал игру для всех. Воробик, лови! Ой! Нюшенька, лови! Ой! Ловлю, ловлю! Ой! Малыши, а может быть вам поиграть на чем-нибудь помягче? Поиграем на подушке! О, пандочка, лови! Нюшенька, лови! Ой! Да, малыши, на подушке в мяч не поиграешь. Нужно кое-что другое. Что? Я думаю, трава будет в самый раз. Зато у нас есть семена вон в том мешочке. Нужно просто их посеять, полить, и вырастет трава. У нас для этого и место есть. Нужно посеять, полить, и вырастет трава! Мягкая!
мягкая трава и веселые друзья. Все, что нужно для хорошей игры. Травы. Крошик, знаешь, что это? Ага, трава! И букашке, и козявке хорошо живется в травке. Травка мягкая шуршит, а букашка в ней жужжит. По делам своим спешит. Малыши, скажите, трава, она какая? Зеленая. Сочная! Мягкая! А? Высокая! О, какая! Да, такая огромная и тоже трава. Называется бамбук. Бамбук? Ваш бамбук еще маленький. Вырастет. И рогатая корова кушает травку. Здорово. Будут круглыми бока. Будут круглыми бока. Будет много молока. Как приятно на траве, на зеленом на ковре поваляться детворе. Поваляться детворе. Если бы не было травы, мир бы грустным был, увы. Листочек. Вот так! Вот так! Мой цветочек так любит пить. А мой умываться. Ай, какие у вас цветочки! Доброе утро, малыши! Привет, привет! Только проснулись и сразу за работу. Ага, да! Ай да, девочки, какие заботливые! А у меня нет цветочка. Не расстраивайся, ежик. Здесь есть и другие растения. Выбери себе цветок. Вот этот. Ой. Ой, прости меня, листочек. Не грусти, ежик. Поставь листочек в воду и посмотри, что будет. Пей, листочек. Грейся, маленький. Молодец, ежик. Не могу. У меня вот листочек. Ого! Ёжик, лови! Ёжик, давай с нами! Ёжик, смотри! Ага, вижу. Что это? Это ножки? Это шерстка. Нет, малыши, это корешки. Ай да листочек. Теперь его можно посадить в землю. Посадим! В землю! Расти, листочек. Нет, не листочек. Не листочек? Цветочек! Расти, цветочек! Расти большой! Теперь и у ежика есть о ком заботиться. Знаете, как называется его комнатное растение? Фиалка. И очень скоро на ней вырастут цветочки. Комнатные растения. Что я вижу? Малыши отправились ухаживать за комнатными растениями. Сажать! Поливать! Протирать листочки! В нашей комнате к окошку мы поставили горшочек, и туда не понарошку посадили мы цветочек. Не страшны ему морозы и раскаты грома, потому что наш цветочек нынче дома.
Сегодня у меня трава. Ой, а у меня цветочек. Фиалка. Какие разные растения. Но все они живут дома и называются комнатными. Мы теперь подходим часто к нашему окошку, чтобы увидеть, как цветочек вырос понемножку. Мы ухаживать за ним весь день старались, поливали, протирали, любовались. Поливали, протирали, любовались. Бу! Здравствуй, ежик. Что это у тебя? Ой. А, парк. Здравствуйте. Да, это парк. Хорошая идея. В парке очень приятно гулять. Да, пандочка? Бу! Я тебя пугаю! Бу! Страшно? Нет. Напугала! Теперь ты. Я? Пугай меня! Да, не умеет наш ёжик девочек пугать. Надо спрятаться, а потом... Бу! Ага. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ёжик! Бу! Бу-бу! Давай ещё раз. Ёжик, ты за деревом, я тебя вижу. А я тебя нет. Плохо спрятался, давай еще раз. Да уж, за деревьями ёжику никак не спрятаться. Как же быть? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Бу! Получилось! Ты меня напугал! Напугал! Твое дерево, оно сломано. Теперь это не дерево, теперь это куст. Куст? Куст! Бу! Хорошо придумал ежик. Прятаться в кустах очень удобно. Бау! Кустарники. Где же наши малыши? Спрятались! В кустах. А как еще можно назвать кусты? Кустарники. Знаю я, знаешь ты. Из земли растут, ползут кусты. Кустики, кусты, кусточки. Ягодки, шипы, листочки. Куст малины, куст смородины. Между ними ходим, бродим мы. Ничего такого вроде бы. Много их у нашей родины. Не перепутаешь. У дерева один большой ствол, а у кустарников много тоненьких. Вроде с виду просты, небольшой высоты. Кустики, кусты, кусточки. Ягодки, шипы, листочки. Пышные, густые и колючие. Чтобы кто-то спрятался,
при случае. Барашек-ромашек. Здравствуй, пандочка. Здравствуйте. Что ты делаешь? Цветочек жалею, ему жарко. Да, сегодня очень жарко. Хочешь помочь цветочку? Хочу. Тогда нужно его полить водичкой. Ну вот, сейчас быстро твоему цветочку поможем. Нужно набрать воду в совочек. В совочек? Ну ладно. Надо еще водички. Раскрылся. Ой, а другим цветочкам тоже жарко. И что же теперь делать? Полить все цветочки. Много, а я одна. Да, интересно. А из чего можно полить все цветочки? Из чего? Слишком большое. Совсем дырявое. Лейка! Правильно, пандочка. Лейка будет в самый раз. Ой, извини. Хорошо. Что, барашек, теперь не жарко? Теперь не жарко. Барашек, ты тоже цветочек. В этой панамке он настоящий барашек-ромашек. Цветы. Сажаем семечко в землю и поливаем. Посмотри, какое чудо. Ла-ла-ла. Вырос словно ниоткуда. Ла-ла-ла. Маленький зеленый стебелек, а на нем дрожа от ветра. Ла-ла-ла. Появился незаметно. Ла-ла-ла. Маленький застенчивый листок. Лепесток, 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 лепесток. Вот и вырос наш цветок. На окне у Машки белые ромашки, на окне у Тани лилии в стакане, на окне у Розы розы и мимозы. А теперь, дружочек, ты назови любимые цветы. Крошек, кем ты нарядился? Я цветок, ромашка. И мы цветочки. Я розочка. А я Василёк. А вместе мы букет. Красный цвет, белый цвет, синий цвет, желтый цвет. Получается букет.